наконец-то я уселась снимать новую распаковку. Сегодня у нас на повестке дня вот такая вот прекрасная куколка от Shadow High. Ее зовут Lola Weld. Как вы знаете, она выходила в маскарадной коллекции, которая называется Костюм Бал. И там выходило три куклы от Rainbow High и три куклы от Shadow High. У меня на данный момент есть только Lola. Еще бы в идеале я хотела себе Беллу Паркер, возможно, еще фею из Shadow High, но не знаю, может быть, в будущем приобрету. Но перед началом обзора хочу напомнить, что сегодня последний день, когда вы можете подписаться на мой Boosty и поучаствовать в розыгрыше. А розыгрыш в этот раз необычный. Победитель сможет выбрать одну куколку из двух. Это может быть Chanel Onyx от Shadow High или Kaya Heart от Rainbow High. Если хотите меня поддержать и также поучаствовать в розыгрыше, то ссылочка на мой Boosty внизу. И как всегда хочу сказать огромное спасибо моим действующим бустерам. На экране будут ваши ники. Спасибо за продление вашей подписки, спасибо за донаты, за участие в моих розыгрышах. Мне это очень ценно и важно. И приветствую нового спонсора второго уровня Анастасию Грищенко. Большой тебе привет! И давайте перейдем к распаковке. Вот такая вот коробочка закрытого типа, что достаточно необычно для Rainbow High и Shadow High. На обложке просто потрясающе красивый арт. Вы только посмотрите, какая она здесь шикарная. Сзади у нас арты всех девочек из школы Shadow High, из этой коллекции. Здесь у нас вот сама Lola в костюме кошечки, фея и... это или ведьма, или вампир. Как я сказала, мне нравится еще фея, она безумно необычная. Хоть я раньше говорила, что мне не нравятся цветные скинтоны, но в ней что-то есть. Она не совсем цветная, она такая, знаете, более синевато-бледная, как будто бы она замерзла где-то на Северном полюсе. И мне безумно нравится ее обувь, платье, ее потрясающие красивые голографичные крылышки. Так что очень надеюсь, что у меня в будущем получится и ее приобрести. А вот третья девочка, фиолетовая, мне совершенно не понравилась. Мне не нравятся ее белые ресницы. И очень часто у нее бывают косяки с макияжем, так что... ее я брать точно не буду. С одной боковой части у нас написано специальное издание. И такой фон как будто бы с помехами. Также, конечно же, рекламка YouTube канала Rainbow High. С другой стороны у нас дверка с липучками. И тут уже написано имя персонажа. Lola Cosmetology Focus. Она у нас учится на косметолога. Специалиста по красоте, наверное, это так можно перевести. Открываем. Здесь у нас куколка за прозрачным блистером. Очень круто для тех, кто не хочет распаковывать куклу и может оставить ее в таком виде. Она как будто бы в мини-витрине. А на дверце у нас написано название коллекции Shadow High. И также небольшое описание самой Lola. И переводится это примерно так. Lola Weld буквально выпускает когти для костюмированного бала Rainbow Vision. Она фокусируется на косметологии и привлекающем внимание нейл-арте. Вот где она действительно сияет. Я не совсем понимаю, что они подразумевают именно под словом косметология, потому что, как я знаю, для косметологов нужно медицинское образование. Напишите, если кто-нибудь разбирается, как там у них в Америке все устроено. И также, оказывается, Lola Weld у нас и мастер маникюра. На блистере есть изображение таких вот голографичных шариков на веревочке. Наверное, это какая-то типа гирлянда. Знаете, как в американских фильмах, когда они входят на какие-нибудь дискотеки, они всегда раскрывают такие шторки-висюльки. Всегда очень круто смотрится. И над куколкой есть их слоган «Дай своим настоящим цветам сиять». Снизу также значок YouTube, где можно посмотреть сериал Rainbow High. Я, на самом деле, не смотрела никакие распаковки на эту девчоночку. Так, сейчас мне нужно разобраться, как ее открывать. Беру ножик. Ты-дымс. Опа. Это, кстати, достаточно легко оказалось. И на вот таком вот заднике у нас предстает Lola. Пока не могу понять, что изображено на фоне. Сейчас мы открепим куколку и, наверное, получится разглядеть. Кстати, сейчас заметила, у нас же Lola а-ля кошечка. Правда, из кошачьего я на ней вижу только ушки. Видите, я сегодня тоже надела ушки. Но мне странно, что у нее нету клычков. Все-таки кошечки у нас идут с клыками. У Lola их нету, к сожалению. Мне кажется, с ними смотрелось еще интереснее. Но сама кукла, господи, какая она шикарная. Вот эти вот милые кудряшки. Знаете, у меня же есть, как ее зовут, Скайлер из зимней коллекции. Она тоже идет с кудряшками. И вот у нее мне почему-то хотелось выпрямить волосы, но в итоге я их так и оставила. А здесь кудряшки такие, не знаю,
идеальные, и так идут Лолочки, что я, конечно же, оставлю ей именно такую прическу, и даже, наверное, не буду ее мыть, потому что уже из коробки они выглядят шикарно. И давайте, наконец-то, я ее открою, сколько же месяцев она ждала этого часа, а я-то особенно... Ура, я наконец-то ее достала. На самом деле не так много креплений было, как обычно это бывает. Так, и давайте посмотрим на задник. Что же у нас здесь? А, это сцена. Да, сцена Rainbow Vision с диджейским пультом, колонкой. Как я понимаю, танцевальная зона. Я не смотрела мультик, я пыталась его посмотреть, но я поняла, что мне тупо неинтересно. Я где-то 3 серии, по-моему, посмотрела, но слишком детский. Так что я, наверное, и не буду его смотреть вообще. Так, и тут еще есть какая-то карточка. Я даже не знаю, что это. Отдай. Вы приглашены. Сканирую здесь для уникального Shadow High опыта. Ну-ка, что это? Сейчас посмотрим. Внутри не оказалось ничего интересного. Просто сайт Rainbow High. Не совсем понятно, зачем они приложили такое приглашение, ну да ладно. Кстати, вот я не знаю, я же обычно выбрасываю коробочки Rainbow High, потому что после распаковки они превращаются в непонятное нечто, а здесь, блин, такой красивый арт. Вот я вот эту коробку я, наверное, все-таки оставлю. И сама Лолочка. Такая вот у нее подставка розовенькая. Кудряшки отлично сохранились. Ой, она прям идеальная. Мне так нравится. Из-за дополнительного у нее только расческа, которая нам совершенно не интересна. Ну да ладно. Второго аута нету, но у нее и первый просто превосходный. Я влюблена. Я заказывала через посредника. Мне очень повезло, что у нее прям идеальный макияж. Даже baby hair у нее очень аккуратно прокрашено. А то чаще всего они как-то мимо напечатаны. Тут прям все идеально. Ой, просто милашка. Давайте сразу покажу прошивочку. Она достаточно густая. Скальп у нее окрашен в такой ярко-розовый цвет. Волосы у нее не распущены. Они убраны в такой высокий хвостик прямо на макушке. И завиты в такие прекрасные, прям принцессочные кудряшки. Просто шикарная девочка. Я, кстати, не видела ее с прямыми волосами. Что-то мне не попадались фотки. Если кто-то видел ее с прямыми волосами, скиньте мне в Телеграм. Просто не могу. Какая красоточка. Макияж просто восхитительный. Я так никогда в жизни красиво не нарисую. Просто произведение искусства. Интересно, кто-нибудь повторял в жизни этот макияж, мне тоже хотелось бы увидеть. На верхнем веке обилие розовых блесток и сероватая дымка. Снизу прорисованы реснички, и под черно-розовой стрелкой во внешнем уголке есть белый оттенок, как будто бы языки пламени. Дополнительные милоты ей передают фиолетовые веснушки на носу и щечках. Также присутствует персико-розовый румянец. Губки очень интересные, верхняя губа состоит из 2 оттенков. Это такой персиковый и снизу фиолетово-розовый. А вот нижняя губа как будто бы уже подстерлась. Знаете, такой эффект зацелованных губ перетекает из фиолетового к полупрозрачному. У Лолы виднеются зубки и уголки губ прокрашены черным цветом. А на голове черный ободок с кружевными ушками. Очень красиво выглядит. Правда, мне кажется, что ободок немножко как-то отдельно от всего образа куклы, потому что больше в ее аутфите ничего кружевного нет. Мне кажется, если бы они сделали кружевной верх у чулочков, это смотрелось более органично. Ну да ладно, это такие мои, знаете, претензии и бзики. В ушах просто огромные круглые серьги с буковками SH Shadow High, конечно же. И просто моя любовь, это костюм, который на ней надет. Он, конечно же, твидовый. Я обожаю твидовые вещи на куклах, уже 1 000 000 раз говорила. Жакет состоит из 3 видов тканей. Это твид. Из него выполнены рукава и воротник. На туловище и внизу рукавов вельветовая часть. И детали из розовой меховушечки. Это плечи и внизу рукавов. Также на груди присутствует серебряная молния с настоящей собачкой. Но на самом деле жакетик расстегивается сзади на обычную липучку. А вот юбка состоит из 2 частей. Это твидовая часть верхняя и достаточно широкая нижняя часть из меховушки. Как в продолжении с жакета на юбку,
перетекает серебряной молнией, также у нее есть отдельная собачка. Дополнительное украшение — это вот такой вот прекрасный ремень в стиле Шанель, мне кажется, потому что именно у них вроде бы есть вот это вот переплетение цепочки и кожаного ремешка. На подвесочке висит буковка S, а сбоку полностью слово из серебряных буквок Shadow. На ножках высокие чулочки из черной сетки. И, наверное, единственная вещь, которая мне особо нравится, это ее обувь. А спереди смотрится довольно странно. Мне не нравится их форма. Не знаю, почему напоминает мне лыжную обувь какую-то. Не знаю. А вот сбоку очень даже дерзко. Такие каблуки в виде клыков. Высокий тройной каблук из трех клыков. И спереди 5 коротеньких клыков. Сами ботиночки на шнурочках черненьких. И, кстати, что интересно, нету сзади разреза для снятия. Наверное, чтобы снять, их придется развязывать, так что я этого делать не буду. Они очень красиво завязаны, у меня так не получится уже. Раздевать я ее не буду, потому что у нее стандартное тело. Все мы его с вами видели уже миллиард раз. Я забыла ее прекрасные ногти. Очень длинные. По-моему, у меня еще не было кукол с такими длинными ногтями. По-моему, даже у близняшек Shadow High они покороче. Я сейчас даже сравню. Так, я взяла Веронику. Кстати, забыла, насколько она восхитительна. Давно ее не трогала. Так, и давайте посмотрим. Они явно длиннее. Да. Попробую вам показать. Смотрите, какая разница. На пару миллиметров точно у Лолы они длиннее. И, конечно, у Лолы есть колечки. Они молдированные, но, мне кажется, это даже к лучшему, они не потеряются. У нее их целых 4. Ногти как будто бы окрашены в градиент от розового до светло-серого. Но, знаете, именно у моей куклы это настолько неаккуратно, что это смотрится как какая-то мазня. И, наверное, на этом все. Вот такая вот красотка теперь у меня есть. Я не верю, что я ее распаковала. Она такая шикарная, такая тискательная, эти кудряшки. Полный восторг. И на этом давайте, наверное, заканчивать. Напишите в комментариях, кто у вас есть из костюмированной коллекции. Будет интересно почитать. Подписывайтесь на мой Boosty, если хотите поучаствовать в розыгрыше. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там тоже много чего интересного. И спасибо вам большое за внимание. И всем пока!